Всем привет! Всех рад видеть на канале. И сегодня будет подготовка аквариума к моему отъезду. Я уже на пару дней, поэтому аквариум собирать нет смысла. И каждый аквариум сейчас буду подготавливать к отъезду. И завтра мы как раз уезжаем. В этом аквариуме мне надо просифонить грунт, сделать подмену литров 20. Где-то почистить стенки, почистить фильтр тщательно. Отрегулировать там его, отрегулировать поток, чтобы он в правильную сторону шел. И также вот покормлю рыбок перед самым отъездом последний раз. Много сыпать не буду, чтобы просто не забился фильтр. А если забьется фильтр, то аэрация становится. Хоть и есть запасная, но также может выйти из строя. Мало ли что может произойти, шланг просто перегнется и все. Окуни могут погибнуть, поэтому покормлю их немного перед отъездом. Вот здесь еще остался даже мотыль с прошлой кормежки. В этом саду с литром аквариум сейчас выключен свет. Здесь также солю литров 40 воды. Залью литров 30, потому что мне надо оставить здесь бортик сантиметров 10, чтобы рыба не выпрыгнула, так как аквариум будет со скрытой крышкой. Потому что здесь будет устанавливаться автокормушка. Потому что здесь много подросточков, они могут как-то затянуться из-за того, что их не буду кормить. Дня 4 меня не будет, поэтому они могут затянуться, возможно, часть погибнет. Поэтому устанавливаю автокормушку, она будет кормить раз в сутки, давать определенную порцию корма. В этом аквариуме не буду устанавливать автокормушку, так как у меня их всего лишь 4, аквариум у меня 6. Да и здесь рыбки взрослые, нет подросточков и малечков. Поэтому не буду устанавливать здесь автокормушку, просто сделаю подмену литров 40. Почищу стенки, фильтр и грунт. Ну и так его оставлю закрытой крышкой. Ну и также рогалистник немного подстригу, так как он уже вот он здесь уже на поверхности. Скрываются малечки. Я сейчас выберу отсюда всех мальков, здесь их штучек, наверное, 30. Они в рогалистнике. Ну также подстригу рогалистник. Подготовлю и этот аквариум к отъезду. Также надо будет почистить нерестричок с мальками и данио. Убрать мусор со дна, почистить стенки. Подменить литра 3 или 4 воды. Также сюда будет установлена автокормушка. Она будет сыпать корм 2 раза в день. Корм это будет сухие хлопья обычные. Мальки уже готовы их есть. Они, в принципе, даже когда поплыли, уже ели сухой корм. Сейчас они кормятся артемией, живыми рачками артемии. Ну и сухой корм они, думаю, съедят. В этом контейнере у меня отнерестились недавно данио. Буквально сегодня утром еще не успел ничего убрать, кроме самих данио. Сейчас уберу всю остальную камни, тут сетку и растения, подключу аэрацию, затяну этот контейнер, и как раз когда я приеду, дня через 4, как раз эти данио и поплывут. Но сейчас перехожу на подготовку других аквариумов и полюдариума. Также в этих двух аквариумах надо мне сделать подмену. В аквариуме с мальками слить 15 литров, залить 10 литров, потому что мне надо оставить бортик для установки автокормушки. Почистить фильтр, почистить грунт и стенки. Автокормушка будет установлена здесь и в полюдариуме, потому что здесь есть мальки новорожденные. Вот, если будет видно. Ну их здесь, конечно, не видно, потому что они все там вот за фильтром прячутся под камнями. Их отсюда достать невозможно из-за коряк и камней. Поэтому они здесь будут подрастать. Как раз они вчера родились, я их увидел. Если какая-то из самок привела, по-моему, вот эта вот самка привела мальков. Поэтому сюда тоже установлю автокормушку, сделаю подмену, почищу стенки. Ну, сейчас приступаю к чистке аквариумов. Сначала почищу аквариум с речными рыбами. И приступаю к чистке аквариума с речными рыбами.
Ну вот я почистил аквариум с речными рыбами. Вот окуни там. У них сейчас стресс, потому что я у них почистил, и также горит свет над аквариумом. Сейчас я им дам мотыля свежего, живого. Выключу свет, и завтра также им дам немножечко мотыля, чтобы фильтр сильно не забивался, и уже отправимся в путь мы, в деревню. Также сейчас буду чистить вот все остальные аквариумы, но показывать я этого не буду, так как этот процесс однообразный. Там слил воду, просифонил грунт, почистил фильтры, стенки. Где-то я буду оставлять запас, чтобы остановить автокормушку, не доливать воду до конца. Где-то буду до краев доливать. Это буду делать большие подмены, где-то не очень. И сейчас буду чистить вот этот аквариум, зданию. Там живородкой 120-литровой. Также плюдариум, аквариум с разнообразными мальками и аквариум с зданием. И тогда включусь тогда, когда уже почищу все аквариумы. Наконец-таки я закончил делать подмену во всех аквариумах. И также подготовил некоторые аквариумы к установке автокормушек. Этот аквариум я уже показывал, как чистил. Вот этот аквариум объемом 120 литров я тоже почистил и подменил воду. Слил 40 литров, залил 30. И получается здесь не хватает 10 литров. Бортик сантиметр, наверное, 10. Это все сделано для того, чтобы установить автокормушку, так как автокормушка крепится на вот эту вот стенку, будет крепиться она. То есть, естественно, крышка не закроется. Я ее даже уберу полностью, чтобы она не мешалась автокормушке, чтобы она осыпала корм, эта автокормушка. И поэтому рыбки могут выпрыгнуть, если я залью воду до конца, до краев. Особенно меченосы могут выпрыгнуть, поэтому я воду не стал заливать до краев. Из этого аквариума я слил 40 литров воды и залил тоже 40 литров свежей отстойной водички. Также подстриг немного рыголистник, так он сильно разросся. И оттуда выбрал около 32 или 33 маленьких малечков гуппи и 2 малечков малинезии черной. Вот здесь уже сидит самка меченосца рубин уже 5-й день, она до сих пор не разродилась. Я ее убирать не буду отсюда. Я ее вчера убрал сюда из засадника, посадил, пусть она здесь поплавает в аквариуме, потому что ей вот так вот стоять не очень удобно было, она может заболеть от этого. Поэтому вот снова ее засадил в отсадник, так что у нее уже брюшко сильно раздулась, вот если видно. Поэтому думаю, когда я приду, обе вот эти самки, и меченосцы рубины, и малинезии черные, разродятся. В этом аквариуме с малечками Данию я уже убирался вчера во вторник. Но, как видите, здесь оно за сутки вот немного мусора. Ладно, убирать я уже этот мусор не буду. Также сюда будет установлена автокормушка, здесь как раз бортик есть, чтобы ее установить. Но также вот аэрацию я отсюда забрал, вот видите, там газеты. Я для малечков Данию забрал эту аэрацию. Но думаю, я еще какое-нибудь разветвление сделаю в этом шланге. И тогда подключу сюда аэрацию, так как если я ее не подключу, ее автокормушка может перекормить. У меня были такие случаи. И если аэрации не будет, то эти все малечки могут просто пропасть. Ну и переходим на последние два аквариума. В полюдариуме я также сделал подмену где-то процентов 60. Также вырвал отсюда абсолютно всех малечков, помучился здесь. Даже пришлось убрать вот этот вот анубис и корягу, чтобы достать малечков, убрать строголистник, некоторые камни. Но все-таки я выбрал отсюда всех малечков. Я сначала не хотел убирать, просто установить автокормушку, но потом понял, то, что если я установлю сюда автокормушку, естественно, крышка будет убрана. И просто весь мох, все вот эти растения высохнут, потому что в этом полюдариуме нарушится влажный климат, он просто испарится, то есть будет сухой воздух, а я не хочу, чтобы там был сухой воздух. И поэтому я выбрал отсюда всех малечков. Ну, по крайней мере, я так думаю. Вроде бы ни одного малечка не видно. Так что сюда одну автокормушку устанавливать не буду. В этом аквариуме я также сделал подмену. Слил 15 литров, залил 10, сделал запас сантиметров 8, где-то так. Чисто 5 литров недолито. Это для того, чтобы мальки не выпрыгнут, хоть они и маленькие, но все равно могут выпрыгнуть из-за чего-то. Поэтому лучше перестраховаться, чем потом потерять несколько рыбок. Сюда тоже будет основная автокормушка, почистил фильтр. Также вот мох немного проредил тут, потому что у него была нечатка на части мха, и я часть мха убрал. Но сейчас я покажу, как я буду устанавливать автокормушку, засыпать в них корм, как они вообще у меня выглядят. Вот, достал 3 автокормушки, у меня их 4.
Достал 3, потому что на плодерме решил автокормушку не вешать. А повешу я на этот аквариум с Данью, на аквариум с мальками Данью объем 10 литров, а это 120. И на аквариум с мальками объемом 35 литров. Эти автокормушки состоят из трех частей, а именно сам мотор, и где находятся батарейки, барабан. Барабан есть двух типов, маленький и большой. И сама вот эта крепежная система, вот фиксатор автокормушки на стекле, вот так вот закручиваешься винтиком, и уже никуда вот не денется ваша автокормушка, она прочно установлена. Также можно вот такое положение, и вот в такое положение, как вам удобно установить ее на аквариум. Можно на стенку, можно на ребро жесткости, на стяжки. И сейчас я буду устанавливать батарейки в автокормушке. На каждую автокормушку надо две батарейки, вот такие вот пальчиковые, средненькие. Вот, переворачиваю ее и открываю крышку. И теперь вставляю две батарейки. Все, вставил батарейки. И вот если нажать на кнопочку, то, как видите, мотор работает и барабан крутится. Естественно, вот через эту вот щель высыпается корм. Тут есть какие-то регуляторы. То есть можно регулировать, какую дозу маленькую или большую корма получит ваши рыбки. Вот. Можно крутить вот так вот, вот им. Меньше, больше. И также тут вот есть кнопочка. Вот она, сейчас вам покажу ее. Вот это. Здесь можно ставить на, как и на 12 часов. Вот здесь вот и на 24. То есть можно так вот передвигать, и она будет кормить ваших рыбок 24 часа, то есть один раз в сутки или два раза в сутки. У меня в этом аквариуме будет 24 часа, а в аквариумах с мальками будет установлено на каждые 12 часов, то есть каждые 12 часов мальки будут есть сухой корм. Ну, сейчас покажу, как я буду засыпать этот сухой корм в автокорму. Снял барабан, и теперь буду засыпать корм. Корм мне осталось немного, вот столько вот гранул, совсем чуть-чуть хлопьев. И сейчас буду засыпать этот корм в барабан, немного насыплю, вот столько, думаю, хватит. И потом, если я приеду и весь корм не расходится, я его обратно в контейнер засыплю. И теперь беру и прикрепляю барабан к автокормушке. Прикрепил барабан, и теперь я буду регулировать мощность, то есть сколько будет корма высыпать в автокормушку. Вот столько это на максимум, я поставлю на среднюю скорость и посмотрю, сколько корма высыпется на вот эту вот подставочку, на крышку от контейнера. Если я увижу, что этого будет достаточно, то я вот так устанавливаю автокормушку в таком режиме. Если будет мало, естественно, я немного прибавлю. Если будет много, то убавлю. Ну, сейчас посмотрим, я включаю. И смотрим, сколько же корма высыпется на крышечку. Очень много, поэтому сейчас буду убавлять. И когда отрегулирую, тогда и включусь. Отрегулировал порцию корма на автокормушке. И теперь вот так вот, немного даже сдвину, вот сжимаю автокормушку. Вот так плотно, чтобы она никуда не съехала, ни вправо, ни влево. И сейчас нажимаю кнопочку. Барабан крутится. И корм высыпается. Вот корм. Этого количества корма будет достаточно для этих рыбок. Я обычно даю им больше, но так как меня не будет, лучше не докормить, чем перекормить. Так как если я перекормлю, то остатки корма будут гнить в аквариуме. Будет сильная муть, и возможно рыбки могут даже от этого погибнуть. Ну, сейчас устанавливаю такие автокормушки на остальных двух аквариумах с мальками. И тогда уже, наверное, следующим утром включусь. Наступило утро четверга. Я только что включил свет в аквариумах, чтобы проверить, все ли в каждом аквариуме хорошо. И когда я уеду, я весь свет выключу, оставлю только в розетках фильтра, нагреватели и аэрацию. Вот насыпал только что мотыля им. Этого, думаю, хватит на 2 или 3 дня. Но даже если не хватит, немного проголодаются, я приеду их покормлю. Итак, проверяю, здесь все хорошо вроде бы. Вот три окуня.
На месте шиповок не видно. Наверное, в грунт засели. Фильтр отлично работает, аэрация работает. В этом аквариуме только что сработала автокормушка. Минуты 2 или 3 назад. Значит, она работает. Аэрация в этом аквариуме работает. Нагреватель здесь не установлен. С рыбками все хорошо. Этот аквариум объем 112 литров с живородкой. С ним вроде бы все в порядке. Аэрация работает. Нагреватель, индикатор, если он, наверное, не видно за растениями. Индикатор горит красным, значит, он тоже работает. Все с рыбками хорошо. Здесь автокормушка работает, аэрация вот сейчас установлю, забыл вчера установить вечером, так как рано лег спать, чтобы выспаться перед дорогой. Вот, автокормушка, наверное, сработает с минуты на минуту. Ну, должна вот сейчас... Ладно, не буду ждать. Здесь остановлю сейчас аэрацию, нагреватель работает, температура здесь тепленькая. Итак, здесь при ударе сейчас выключу свет последний раз, опрыскаю мох. И фильтр оставим включенным, чтобы он обрызгивал этот мох и анубисы. Рыбок сейчас последний раз покормил, осталось только полидарем покормить. Вот этих мальков только что автокормушка покормила. Эта автокормушка сработала второй, получается, а в аквариуме с мальками она будет третьей срабатывать. Здесь вроде бы все хорошо, аэрация работает. Света сейчас вот так поставил, потом я крышку вообще уберу отсюда. Ну и вот так я подготовил мою разводню к отъезду. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.